Украина стала тем вопросом, который активно используется в своей внутренней борьбе в странах Европы, отсюда и вот все возможные фейки. А что касается вопроса о том, как смена командования повлияет на ход военных действий, ну, вряд ли придут Наполеоны на смену Залужному. Тут я, наверное, буду солидарен с министром обороны ФРГ, который недавно заявил, что исход этой войны будет решаться на конвейерах. То есть производство вооружений, да, насколько Запад сможет удовлетворить потребности Украины и захочет удовлетворить, вот это во многом будет предопределять ход конфликта.